Добрый день! С вами Академия материнства от Мамэксперт и ведущая Наталья Навроцкая. И сегодня у нас видеообзор. В центре нашего внимания многофункциональная подушка для беременных и для кормящих мам Trilax Banana. Итак, давайте мы с вами рассмотрим, в чем же ее многофункциональность. Ее многофункциональность в том, что мы можем ее использовать длительный период времени, начиная от периода беременности, когда будущая мама может ее использовать в первую очередь для того, чтобы было удобно спать. Мы с вами прекрасно знаем, что начиная со второго триместра беременности есть проблемы со сном, и иногда очень сложно уснуть, и животик мешает, и сложно найти удобное положение. Что нам дает подушка Trilax Banana? Можно удобно лечь, когда мы ложимся, да, мы ее вдоль тела раскладываем и можем удобно лечь головой, да, положить животик и пропустить между ног, между колен. Таким образом снимается напряжение на мышцы спины, на мышцы ног, и можно эффективно отдохнуть, расслабив нашу мышечную систему и костную систему в том числе. То есть, начиная со второго триместра беременности, можно использовать подушку для сна. Дальше ее функция следующая во время беременности – это использование подушки при сидении для опоры для спины, да, будущей мамы. Мы знаем, опять-таки, что поясница очень часто болит, очень часто хочется разгрузить мышцы спины. И как раз когда мы сидим, да, мы опираемся на подушку, и благодаря этому происходит разгрузка мышц поясницы. Это то, что мы можем делать во время беременности. После того, как родили малыша, мы ее используем, если не чаще, то, во всяком случае, более активно. Да, потому что мы с вами знаем, что при кормлении грудью очень важно для мамы комфортное положение. И как раз подушка для уже теперь для кормящей мамы нам это поможет. Мама присаживается, да, и кладет подушку вокруг себя вот таким образом. И дальше берет своего малыша, да, и подушка позволяет занять удобное положение малыша в груди. Маме не нужно наклоняться для того, чтобы правильно дать грудь своему ребеночку. Мы с вами знаем, что правильное положение малыша у груди – это абсолютно одна плоскость – голова, спина и ножки у малыша, и малыш должен находиться рядом с грудью мамы. И как раз подушка помогает нам это сделать, не напрягая спину. Кормить придется часто – 8, 10, 12 раз в день, да, особенно с маленьких детишек. Соответственно, удобное положение имеет огромное значение. Кроме того, для малышей подушка может использоваться мамой и для сна. Да? То есть точно так же, как мы спали раньше, положив животик, мы точно так же можем, если мы практикуем совместный сон, мы можем спать с малышом, да? И вот подушка позволит нам фиксировать его положение около груди, опять-таки для того, чтобы было удобно кормить в положении лежа, и малыш дальше мог безопасно и комфортно спать, нет, без риска того, что он куда-то может укатиться. Да. И еще дальше, чем больше малыш растет, тем больше активных движений он совершает. Подушка позволяет, смотрите, мы можем положить малыша до того, как он научился активно поворачиваться, либо только-только учится, поможет фиксировать и несколько маме дать минут свободных для того, чтобы куда-то отойти, что-то сделать. Далее, когда малыш подрастает, мы можем его положить и повыше, когда он уже присаживается, можем, когда он уже садится сам, мы помним с вами, да, когда малыш умеет садиться, мы можем его, опять-таки, тоже уже удобно присаживать и обеспечивать ему опору для спинки во время сидения. Далее, когда малыш уже опять-таки тоже более активный, интересуется окружающим пространством, вот такое положение на животике, да, тоже можно использовать с этой подушкой. Вы видите, что очень много функций, и действительно она долгоиграющая, ее хватит очень-очень надолго. Давайте посмотрим, в чем ее особенность и чем она обеспечивает, скажем, гарантию, дает нам гарантию и безопасности. Значит, наружная наволочка из 100% хлопка, вот мы с вами видим,
они электризуются. Далее есть внутренняя наволочка. Опять-таки, это 100% хлопок. А дальше подушка внутри наполнена шариками 100% пенополиэстерола. Это безопасный материал, экологически безопасный материал, из которого создают одноразовую посуду. И вот в том числе шарики, вот эти пенополиэстерола, позволяют маме формировать форму подушки так, как ей это удобно. Да? То есть это может быть и прямая, более прямая, да, в виде банана, когда мы спим. Это может быть полукруглая поверхность, там, более компактная, когда мы ее используем и для кормления, и для того, чтобы положить, к примеру, малыша. Кроме того, в комплектацию к подушке входят дополнительные шарики пенополиэстерола. Почему? Потому что со временем, при длительном использовании, мы с вами понимаем, что подушка может использоваться долго, может на 20-25% уменьшаться объем шариков, да, в местах, где активно происходит сгибание. И в этом, как раз для этого дополнительный запас шариков позволит нам сохранить нужный объем подушки долгий срок. А также в комплекте идет сумка-переноска и инструкция по применению, по использованию подушки. Вот это все то, что позволит и будущей маме, и молодой маме безопасно, комфортно и удобно отдыхать, кормить малыша и заниматься с ним. И наша рекомендация, рекомендация мам-эксперт, одобрена.